Всем привет! Привет! Кто только перешел на наш канал, не забываем подписаться. Кто с нами давно, всем спасибо за комментарии. Ставьте все лайки, комментарии читаем. Да, все. У нас... Заходите на канал. Кто к нам только пришел, смотрите, у нас много интересных видео про места. Ознакомлюсь. Также мы появились теперь в Телеграме. Все ссылки будут в описании на ВК, на Телеграм. Туда мы будем выкидывать фотки, короткие видюхи с наших всех поездок. Сегодня мы приехали на Чегемские водопады. Да, начинаем наше путешествие с Чегемских водопадов. Далее у нас в плане перевал Октопрак. И конечная точка уже на подъемнике в ущелье Адырсу. Там будем разбивать лагерь и отдыхать. Да, погода на сегодня у нас солнечная, а на завтра дождь. Мы взяли шатер. Главное нам преодолеть перевал Октопрак. Да, там будут такие подъемчики не очень хорошие. Посмотрим. Все, мы погнали. Заезжаем в теснину. Уже Чегемским водопадом непосредственно. Разрушилось тут все. Да. Народу пока мало идет. С экскурсоводами. Блин, ну уже красиво, скажите. Вообще. Ну, прям как будто низко. Как будто да. О, аж солнце стоит. Домчали. Вот еще. Хорошо, что рано приехали, народу мало. Можно машину поставить, обычно тут вообще. Красота. Пойдемте смотреть. Речка прям такая. Видимо, тут поднималось все, поразрушало. Сейчас едем, восстанавливаются. Это вот девичья коса. А вон смотри, как интересно бьет. Прям с скалы. Дырочка, видите? В скале течет и через скалу попадает. Хорошо, что пораньше приехали. Парковочные места есть. Людей мало еще. Ой, так классно. Вот смотри, это да. Маленькие лошадки. Туристы. Вот этот с дырочки течет классно вообще. Водопады посмотрели, дальнейшие да. планы. Теперь у нас планы купить сыр вкусный и магнитик домой деревянный. Ну, сейчас что-то еще мало, видимо. Вон сыры. Да, да, вон еще, может, туда пройдем. Смотри, сколько там много. Только успевайте, вот, кошелечек таскать с собой. Проехали мы минут 10 от водопадов. Вторая наша точка. Перевал Октопрак. 40 километров. Ехать нам вот туда. Мы должны его преодолеть. Обратного пути нету. Давай, Кусь, тащи нас. Собаки тоже с нами. В эту поездку. Все, пожелайте нам удачи. Мы стартуем. Ну что, мы двинулись. Я помню уже вот как раз таки на этом участке в прошлый раз на спуске были прям такие неплохие камни. Мы этот перевал преодолевали, но с другой стороны. Да. Надо сейчас смотреть, что дальше. Ну, у нас есть план Б. Если мы не проедем, мы вернемся и поедем на Чегем. Встанем на пародроме. Подбуксовываем, но идем. С виду кажется, что подъем небольшой, но он такой прям... Сыпучий. Сыпучие камни, да. Чуть буксует. Главное не газовать на потихонечку. Тем красивым видом, посмотрите, уже красиво. А там выше на перевале
Обалденно будет. Высота 2600. Попробуем коптер там запустить. Нас так вообще впечатлило в прошлый раз этот перевал. И нам вот дождь помешал. Решили опять. Ну, пасмурную погоду тоже там было круто. Облака нависали над горами. Вообще очень советую этот перевал посетить. Реально красивый. Много вот таких всяких ям. На всякий случай диагональных, размытых водой. Видимо, хорошие дожди были. Вот. Но они уже прикатались. В целом проехать можно нормально пока. Так что, если будет дождь, не знаю, сильно поразмывает опять. И, видимо, тут что-то засыпали, насыпали, подделывали дорогу, скорее всего. Такая вот расщелина. Лиза с Аксом внизу остались, а мы с боссом поднялись. Правда, влезли в крапиву. Эй! Машина вон стоит. Ну все, преодолели мы перевал. Вот здесь мед уже продают. До Адерсу нам осталось ехать 40 километров, 38, если быть точным. По перевалу мы время потратили около часа, не спеша. Останавливались, фоткались. Все, мы преодолели, больше боялись, что где-то не сможем проехать, но... Наш гусь. Все, смогли. Все, можно. Все. Галочку ставим. Едем дальше. Тю!
каждого по-своему место. Тут такие какие-то отголоски СССР в постройках, видимо, тут раньше активно все процветало. И так все и осталось. Такой поселок интересный. Мы еще в прошлый раз проезжали, тоже нам так понравилось. Вот на зданиях смотрите, какие лепки, мозаики. Кожаный такой поселок, городского типа, наверное. Что будете проезжать мимо, обратите внимание на него. Правильно я все сказал. Перевал Октопрак, самая большая точка, это была 1945 метров над уровнем моря. Сейчас мы едем в Адерсу, там уже 2600 метров поднимемся. И 14 километров мы катаемся по ущелью и ищем место для ночевки, чтобы разбить лагерь на две ночи. По ценам мы также сейчас все расскажем, как сами все узнаем. Примерный прайс есть, достовериться надо, что он такой в этом году. Вроде бы как поднялось все. Дальше расскажем. О, машина поднимается. Подъезжаем, смотрите, оба. Офигеть. Нам сейчас предстоит то же самое. Прикольно. Прикольно. Блин, я думал, он выше. Высокий. Ну, вообще круто. Где тут стачка, все знают? Касса. По ценам, значит, смотрите, оплачиваете 200 рублей с человека. Возможно. И еще наверху отдельно оплачиваем за подъемник. Узнаем цену, когда поднимемся. Тут есть теснина вот такая. Можно, в принципе, туда тоже прогуляться, пока ждем. Посмотреть, что там. Заезжает Витя. Я чуть поднялась. Очень высоко и страшно. Сейчас его там прицепят. И он за мной. Фу, вид отсюда пока, смотрите. Какой. А это еще только начало. Вон Витька бежит. Суровый подъем. Машина почти обгоняет. Все, гусь доставлен наверх. Преодолели мы подъемник. Цена подъемника 1500 рублей, спуск, подъем. И по 200 рублей с человека за посещение. И преодолеть надо 2000 ступеней. Да. Я чуть не сдохла, официально заявляю. И очень высоко голова кружится. Заезжаем в ущелье. Сейчас будем включаться, если будет что-то такое прям очень красивое. Ну, тут, в принципе, везде красиво, потому что это горы, Кавказ. Сейчас едем до пограничной зоны, 14 километров. Будет преграничная зона, там нужно будет записаться. Паспорта обязательно не забывайте. И дальше пропускают, едете уже даль лагеря. Больше пограничных зон не будет. Два года назад на этом подъемнике случилась трагедия. Сорвалась машина. Есть пострадавший. Девушку спасти не удалось. Теперь там под колеса ставят противооткатники и натягивают цепи. Так что будьте аккуратны. Мы двигаемся дальше. Если потихонечку ехать, то нормально. Вот такие небольшие подъемчики, чуть пробуксовывает. Тихо, не спеша, проехать пока можно.
но уверенно ползем. Убираемся. Ледники открываются со всех сторон. Доехали мы до поляны Алутау. Получается, это конечная точка. Дальше стоит шлагбаум, проехались по территории. Дальше шлагбаума не проехать, как нам сказали. Ну, мы будем возвращаться, получается, обратно. И там место присмотрели в лесу. Люди тоже вроде бы стоят с палатками. Насколько мне известно, на этой территории платно домики 1300. Коттеджи, что ли, не помню, двухместные 800 вроде бы и 500 рублей с человека, с машины за палатку, в общем, если палатку ставите. Мы поедем искать бесплатное место. Капец, мест мы не нашли, на, ну, таких, как мы хотим. Сейчас пытаемся проехать, вообще непонятно где, честно. Вот, как он выехал, чтобы вы понимали, таких еще, блин, вон, мы ехали. Я так не хочу просто потом уезжать отсюда. Я не знаю как. Короче, жесть, мы тут вообще будем одни стоять. Поляна, конечно, крутая, но у меня есть переживание, что нас просто выгонят. Ну что, нашли мы вот такую классную поляну. Проехали адские места. Нам предстоит еще из них выбраться. Нашли поляну. Написано «Заповедная зона». Ну, тут, видимо, стоят люди, потому что кто-то, остатки. Да. Мусор, как всегда. Есть. Костровое. Шикарный вид на долину. И у нас такая маленькая речушка. Уже положили арбузик охлаждаться. И напитки. Все, будем ставить лагерь. Также у нас еще есть водопад, и отдыхать. Но он немножко открывается там сбоку. Прям кайфовый, сверху течет. И чуть-чуть, если выйти, то ледник видно хорошо на поляне на солнышке. Ну, зато здесь тенечек. Сегодня жарко прям сильно. Здесь кайф. Мухи только, много мух. Вот так, как эти коровы, блин, хвостом. Так, первым делом надо
бензин налить. Сейчас нальем. Че, говорю, реально снимать? Витя говорит, реально снимаю. Реально снимаю. Хорошо, что, кстати, запас взяли. Потому что практически полбака уже нет. Всегда пригодится. Десяточка лишней не бывает. Да. Двадцатка слишком много нам была. Выезжать отсюда. Ну, дорога такая прям, конечно. Постоянно в гору, в гору, в гору. В гору, да. Буксуешь, буксуешь. Ну, потихоньку едешь. Да, все машины тут мы видели. Калины, и приоры. Босс уже дрожит. Все, все, все. А он просто мальчик устал, скажи. В 5 утра в машине трусится, да? Еще есть не дают. Сейчас насыпем. Акс уже траву он ест с голода. Да и я устал. Да и я устал. Все, поставили мы лагерь. В поездке лопнула крышка. С водой пролилась вода, наша кровать сохнет. Это печаль, беда. Уже чуть отдыхаем. Лиза на лакшери с Аксом. Аксель пришел, залез на меня. Аксель. Устал тоже собак. Ой, вот это кайфарь. Мусор этот вон в кучку сложил, пеноплекс, утеплитель. Натянули так вот навес. Наконец-таки, как я хотел, поставили шатер напротив машины. Теперь же у нас такой коридорчик, перебегать в случае дождя. Гирлянда заряжается. Здесь у нас органайзер со всем необходимым. Мешок для мусора прикрепили. Свет установили, вечером будем тестить. Как в прошлом видео говорил, я доработал, привязал вот завязки. Шатер полупустой, взяли так, в случае от дождя сидеть, прятаться. Печечку подключили. И вот она. Крышка эта. Вот она лопнула. Но вытекло хоть немного. Солнышко ушло, как всегда, как мы все поставили. Все как мы любим. Пасмурно. На завтра дождик. Вот, значит, заповедная зона. Начинается она вот здесь. А мы встали прямо возле таблички. Не знаем, подъедут, будут нам делать замечания. Будем надеяться, что нет. Других красивых мест мы не нашли. Здесь их практически и нету. Главное здесь правило – это не разжигать костры. Тогда будет все хорошо. Посреди трех больших сосен встали. Шишки падают постоянно. Видно вот такую большую скалу. Взяли с собой кукурузку свежую. Сейчас поставим вариться. 4 качанчика. Мы всегда варим кукурузу с листочками. Да, получается она вкуснее, ароматнее. Не знаю, в чем секрет, но он есть. Босс, что за поза? Смотри на него. Его мухи уже достали, потому что... Ну, вообще.
ты молодец, собака. Еще? На, сырок. Сырочек. Сырок чегемский, вкусный. На Чегеме еще можно купить очень много, всякое количество сыра. Мы в прошлый раз покупали, очень вкусно. Мы взяли вот такую шайбу копченый, 250 рублей шайба. Есть побольше. Взяла я на пробу, такой еще не брали, сулугуни с аджикой местные делают. Это первый раз мы берем. 150 рублей стоит вот такая. И еще взяли... Уже, правда, слопали почти половину. Вот такой, она типа косички, только идет вот так. И можно отрывать, очень тоже вкусный. Этот 150 стоит. Так что советую, очень вкусные сыры здесь. Понравились нам, будем еще брать, когда будем приезжать. Поменяемся диваном по очереди. Поменялись. Да. Ну, а сейчас знаете, что было? Ну, прям страшно. Короче, вот эта гора, она заскрежетала, как будто плиты между собой там двигались. Да, и... даже собаки подорвали. Да, и даже босс начал гавкать сильно. И камень какой-то, видать, где-то слышно было, упал. Страшновато. А может, там сверху туристы лазят просто с той стороны горы. Возможно же такое? Ну, вряд ли туристы. Что они там делали на скале. Пипец у нас мух в шатре, офигеть, ну, штук 100. Кукурузка сварилась, полдник, так сказать. Аромат на все горы стоит. И приступаем к варке барашка. Взял я опять ребрышки. Будем варить. Лиза отказывается кушать барашку. У Лизы на ужин стейк. А лучше по классике. Хрю-хрю. Маленький такой. Детский такой. Да. Витя карп. Это да. Горячая кукуруза в горах. А то что, только на море кричат, да? Угу. Как видите, мы приоделись. Не то что холодно, а просто комары и мухи атакуют жестко. Всех покусали, а мы никакие средства что-то и не брали. Обычно в горах комаров нету, а тут... Что-то есть, скорее всего, потому что болотистая местность вон там, там сзади нас такие мочаки, может, из-за этого, фиг его знает. Собак тоже одели, кусают. В общем, спасаемся от комаров. Ветра нету, тишина. Речку еле-еле слышно. Водопад нам слышно сзади. Так, все. Хорошо. Большой сегодня маршрут был. Но мы преодолели. Что, тебе палку надо? На, взять палку. На, взять палку. Речка поднялась? Лиза говорит, то это наша речка, холодильник поднялась. Обычно мы всегда стоим... Вблизи больших речек, но что произошло 2 недели в Гандарае, теперь от речки подальше. Вот будут сейчас фрагменты.
еще говорю, что, я говорю, речку больше слышно стало, видать, чуть поднимается и шумнее становится. А мне кажется, ветер. Мне вот прям интересно то место, где мы переезжали. Больше воды стало, потому что в маленьком ручейке, ну, так поднялась там, буквально вот так, да, незаметно. Непонятно. Да, в Гандарае просто прошел дождь, и за ночь река вышла полностью из берегов. И люди ехали, не понимали, где дорога и где само русло реки. И машина прям заехала в реку. Да, увидите, в общем, видео. Там вся долина. Получается, я вообще боюсь представить, что с нашим местом, где мы стояли. Может, получается, вообще прям возле реки у нас даже вот вода с-под земли шла. Там вообще смыло все. И нас смыло. Ну, нас нет, ну, шатер, холодильник, все посмыло. Ладно. Берегите себя. Да, непредсказуемое. Я варю барашку. Буду вкусно кушать. Да. Ну, барашки еще варится часа два. Да, так шикарно. Ничего не делать шикарно, да, Акс? Посмотрите, вот даже на камеру видно, сколько комаров летает. Мухи ушли, одни комары. И они жестко прям прокусывают. Даже лосины. Даже не лосины, даже штанины. И мы долго думали, ванильная вода, гвоздичное масло. У нас ничего нет, ни спрей от комаров. Мы не думали, что так много будет их. И зажгли, в общем, там свечку. Эти, синдром этот, навыки скаута у него появились. Там свечечка. Короче, мох дымит. Планочка такая железная, она греется, сверху мох, и он вот потихонечку начинает леть, и вроде как возле нас не летают. Дымок идет. Комары ж не любят дым. В общем, тестим. Ну а там просто жесть, сколько их там летает. Это они на моего барашку все прилетели. Я уже вот запечаталась, потому что они кусают. Босса покусали, у него такие волдыри. Он бедненький, он спит, искусанный. Да и Акс, он накрыл. Собак надо цеплять, Витя. Лошадка пришла. Взял соль, пойду пробовать кормить. О, сами бегут ко мне. Так, лошадка, аккуратно, мы еще не знакомы. Аккуратно. Ути, моя зойка. Ути, на тебе. Вы меня только не окружайте. Ти, молодцы, какие зойки. Еще соли? Сейчас ждем. Нет, чуть-чуть. Все, хватит. Маленький же ребеночек, иди, сольки. На, иди, не бойся. На, кто еще? Ты молодец. Гля, это подошла. Хорошо. И все идут. Ага. Теперь. Теперь что, вы не боитесь? Не на. Боюсь? Да. Зай. Сейчас, подожди. Да, блин. Лошади на пай. Так, вас, ого, стадо целое. Все, идите гуляйте. Молодцы. На, соли покормить. Не надо. Ну, чуть-чуть. Не хочу.
насыпь. Гляньте, сколько их. Офигеть. Ой. Стой, тапок, я уронил лошадь, подожди. Ой, какой большой конь. Держи. 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 Все, идите. Все, все. Нету, нету, все. Все, все. Так. Эй, ты мне в спину не кусай. Все, идите, идите. Ты видела, за спину меня цапнул? Да. Иди, гулять, иди гулять. Иди. Ну да, ему и он пойдет. Чуть-чуть. Ага, сейчас Даша и все придут. Иди гуляй, иди гуляй. Все, гуляй. Молодец, иди гуляй. Все, иди гуляй, иди, иди гуляй. Все, иди. Блин. Все, не спугал. Все, иди. Все. Все, идите гулять. Все, давайте. Идите гулять. Молодцы. Мне страшно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12 лошадок пришло. Мини-табун. Ну вы что, обгавкались? А за хлеб они видели? Махач. Коня готовы были продать своего. Окружили хлебушек. Ну круто, да? Да, прикольно, но страшно. Они такие, еще там два мощных таких коня. Или, ну, конихи, не знаю. Конихи. Лошадки. Так, после лошадок наша свечка не помогла. Лайфхак номер два. Масло растительное. Взял салфеточку, свернул плотненько, ее промокнул. И поджег, и положил тлеть мох. Они просто нападают, эти комары, уродцы. Костры нельзя разжигать. Вот, наверное, может, тут консервную банку сейчас найти, хотя бы в ней какой-нибудь мини-очаг сделать, чтобы... Кстати, вот покажи. Никто не видел. Сыр ваджики, который купили, вот сейчас открываем, пробовать будет. Чекай, пахнет. Собак надо тоже искупать, их тоже уже закусали. У тебя прям за глаз кусает, босс. Прячь. Птичка, да, сейчас искупаем, в машину положим. У меня тут шулю моя вообще бурлит. Комаров вот на стенке просто. Че их такое количество, офигеть. Напишите лайфхаки, вот. Все средства ничего не взяли. Думали, в горах комаров же обычно нету. А тут фигакс. И одни комары. О, он прям спиралькой, да, завернут? Да. Такой, как рулетик. Ну, вот какой-то. Будешь пробовать чуть-чуть? Принарежем. Ну, попозже попробуй. Сейчас. Попробуй, посмотрим, что за сорок. Лошадки такие вообще прикольные. Мне так понравилось. Соли поели, хлеб поели и ушли. Все, надо от комаров, короче, прятаться. Холодильник в эту поездку мы не брали. Из пеноплекса, который тут валяется, вот мостик сделали, потому что тут проваливается. Потом мы берем, поставил контейнер, там сложили мясо, рыбу. В речке замеряли воду. Там 5 градусов всего лишь, так что... Такой вот природный холодильник. Контейнер никуда не унесет, камнями накрыл. Там у нас еще арбузик плавает. Потихоньку горит. Мох дымит. И комарики все перестали нас жрать. Вот так вот выкрутились ситуации. Получилась такая дымовуха. Блин, я не тот пакет взяла, прикинь, с дома. Я, короче, дома ложила лук специально зеленый доесть и остатки петрушки. Остальное дома сложила, а взяла не тот. Ну ничего.
Блин, сейчас мы включим еще свет, представляю, сколько их на свет налетит. Ну, свечка хорошо дымит. Младшего уложили, старшего гулять выводим, не может сам пойти. Привык, что гуляем постоянно. Да, завтра, возможно, погода у нас изменится. Тучки находят. Такая у меня получилась вкуснятина. Пробую сыр вот этот с аджикой. Блин, ну, на любителя, наверное. Реально, как будто адыгейский сыр промазан аджикой. Лиза, он себе стейк жарит. Нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра. Комары атакуют, падлу. Ну вот как светит новый свет. Все нам освещает. Теперь так получилось. Три прожектора. И пропали комары куда-то. На... Не мошек, посмотри, никого. И шатер без мошек. Вот свет осенью нам теперь. И в шатре можно сидеть. Что-то готовит, тут все светло. Мы сели сбоку, потому что комарики были. Собаки спят. Мы покушали, сейчас посидим, тоже будем ложиться спать. Все, вот такие дела. Идем на прогулку. В эту сторону все туристы ходят, и мы решили прогуляться. Встали, позавтракали, съели пол арбуза и идем. Густой такой прям лес, нетронутый цивилизацией. А запах какой, чувствуешь? Угу. Да, пахнет классно. Летом. Погода пасмурная, нас затягивает облаками. Ночью прошел дождь.
Нравится? Да. Кайфово, да? Не зря пошли. Да, хотели чуть-чуть прогуляться. Меня, наверное, не слышно будет. Чуть-чуть прогуляться, а в итоге красота такая. Белка залезла, вон она сидит. Маленькая такая, хорошенькая. Не видно. Че вы, голуби, не смогли поймать? Хитрила она вас. Бесится. Надо встать в угол. Ничего себе, босс. Смотрите, как чипсы на высоте надулись. Офигеть. Вот и дождик пошел.
пошла, будет мелкий на мелкий. Да. Прикольно, правда? Это все они придумали. Тинки, ты можешь руки обратно пришивать, пока он учится. Ледяная скульптура пошла. А теперь фарзоны. Среди экстракционирующих женщин, превращающих монстров в людей, а людей в монстров. Вообще отпад. Голод запасен, правда? Отличный вопрос. Нам понадобится простая. Дождь прошел, и вышло солнышко. У нас наконец-таки распогодилось. Дождь лил часа 3-4 точно. Мы в обед даже подремали. Сейчас лагерь приводим в порядок. Лишнее убираем. Завтра дорога домой. Готовим ужин, переходящий в ужин. Рыбка. Обед, переходящий в ужин. Рыбка красная, чувакчичи курячие. Красота. Так, день уезда. Погода пасмурная, успели собрать лагерь. По траве мокрой выехали аккуратно. Теперь предстоит 4 ручья преодолеть. Да. Это еще не конец у нас. Сейчас передохнем и стартанем. Погода, конечно, подвела, но в целом нормально. Отдохнули, все понравилось. Оставайтесь с нами, это еще не конец. We'll be right back.
нашего путя. Народу сегодня почему-то очень много, больше чем в пятницу. Тут идешь. Прибытие.